Сторонний порядок, рвется договор прохода. Попрошу вас покинуть территорию. Почему вы на меня кричите? Еще раз вам говорю. Почему вы на меня кричите? Какие основания? Какие у вас основания? Есть у вас основания? 16 федеральный закон, постановление Минтранса Старой России, 12.08. Что дальше? Всего доброго. Ну что, вы достигли каких-то своих целей, нет? Да. Каких? Что, вы что-то нашли у меня, нет? Да, нашел. Что? Я как человек. Что делаешь? Я как сотрудник с тобой сейчас разговариваю. Понял? А как человек? Ты понял? Я тебя сейчас расшибу. Ты что думаешь, самый умный? Я сейчас сниму жилет. Я сниму жилетку, и я такой же пассажир, как и ты. Ты понял? Что дальше? Что ты здесь, а? Что ты доводишь на нервах играть? Не выебывай. Да? Умный самый. Я просто спрашиваю. Просто ты спрашиваешь, тебя назвали 3 раза. Ты чё? Сейчас твой телефон у тебя в жопе окажется. Чё, нормально? Съеби отсюда быстро. Таких как ты, урод. Вы думаете, самый умный? А мы тут железные стоим, а? Тебя назвали все основания, все законы. И ты еще придираешься. Покажи, пожалуйста, ваш паспорт. Ну, удивите, пожалуйста. Снимай от меня в сумку. Я такой же пассажир, как и ты. Ты понял меня? Я сниму, и ты отхватишь сейчас. Предъявите, пожалуйста, ваши документы, молодой. Вообще обалдел уже просто. Записывайте. Я сейчас тоже сниму и буду вас записывать. Предъявите ваши паспорты. Основания. Вообще обалдел просто. Ваши документы. Как ты не видишь, 2 года работаешь? Никто еще так я не еще придирался. Раз говорю. Все законы, все ему показали, ему что-то не нравится. Ну, какие основания у вас? Я еще раз говорю, предъявите законы. Пошел и кишко. Вы меня досмотрели, досмотрели. У нас свои законы. Законы, что подчиняется правилам метрополитена. Если ты заходишь. Снимай, снимай. Подчиняйся правилам метрополитена, раз ты заходишь в метро. Но не я хочешь подчинялся. Законам подчиняться, вот дуешь на улице и пешком. Вот иди пешком, а что ты говоришь тогда? Вот эти аппараты стоят миллионы, а ты сюда не поставишь. А что ты теряешь? А что, с какой стати, чтобы ты такой придурок пришел и не потрепал? Меня придурком назвали. Да, назвать придурком, уродом, в жопу кинула, тебе двоятка. Вы такие же люди, как и все. Ему еще 12 часов работает. Что ты здесь стоишь-то? Ну, а я здесь при чем? Ну, ты что, ты его выводишь? Я его не вывожу, я спрашиваю. Ты выводишь? Жопа самый настоящий. Пиши давай и выставляй. Вы знаете, кто ты такой, урод. Можно ваше удостоверение? Пожалуйста. А ваши документы, пожалуйста, вы не предъявили. Вы не подчинились. Ну, Я вам представилась. Я вам представился, покажу свое удостоверение. Вы а снимать я вам ничего не дам. Ну, предъявите, пожалуйста. Я вам ничего не дам. Предъявите ваше удостоверение. Можешь на меня все валить, все это, я не боюсь. Я отработала столько этих уродов, перевидела. Я не видел ваше удостоверение. Вы обязаны показать. Согласно закону. Ваши документы предъявите, пожалуйста, молодой человек. Вы не подчиняетесь. Основание какое? Предъявите. Основание. Я вас не останавливала. Чтобы... Основание для предоставления документов какое? Вас проверили? Ну какое основание? Скажите мне. Я вас не останавливала. Ну вы сказали, предъявите документы. Я вас не останавливала. У вас сейчас конфликт с службой безопасности. Вы что, переключились на меня? Нет, вы сейчас сказали, предъявите мне документы, нет? Или я ослышался? Я вам ничего не скажу.